Поддержка малого и среднего предпринимательства, субсидии региональным спортивным федерациям, новые законопроекты рассмотрели на заседании Кабинета министров Чувашии. За год пандемии субъектам малого и среднего бизнеса было предоставлено немало мер государственной поддержки. Это и налоговые льготы, и кредиты по сниженным процентным ставкам. Сейчас к ним добавится еще одна – возмещение затрат, которые связаны с приобретением и обновлением оборудования. Так, субъекты МСП, которые пройдут отбор, смогут вернуть до 30% своих затрат. Это поможет обновить техническую базу предприятий и привлечь инвестиции на производство товаров и услуг. При этом приобретаемое оборудование должно быть новым, произведенным в предыдущем или текущем году, полностью оплаченным и введенным в эксплуатацию на момент подачи заявки на субсидию. Максимальная сумма возмещения – не более 10 миллионов рублей. Это для предприятий, которые действуют больше года. До 1,5 миллиона рублей могут получить вновь созданные организации. С более подробной информацией, как подать заявку, можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии. Согласно другому законопроекту, который рассмотрели на заседании, субсидии из республиканского бюджета смогут получать все региональные спортивные федерации. Их в Чувашии 65. Эти средства они смогут направить на подготовку и участие в спортивных мероприятиях. Раньше такую меру поддержки получали только федерации по командно-игровым видам спорта. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.